Я смогу пролезть, да? Пролазь! Давай, ползи! Да гребаная херня! Ну давай же! Давай, ты сможешь! А! Тут остро... Твою ж мать! Ходячие мертвецы 2, эпизод 3, тернистый путь. С вами канал AlexPlay и приятного вам просмотра. Начинаем. Ранее в ходячих. Кто, по-вашему, это сделал? Подумай об этом. Что самое главное в мире? Мы ей консервы дали. Это семья. Но он его спас. Хотя этот гад... Ну, по ошибке, может, по случайности убил его лучшего друга. Ребекка, наш ребенок заслуживает, чтобы расти в безопасном месте. О, это было жестко, пальцем сломал. Блин, да какой же он сукин сын. Простите, ребят. Ах ты ж, смотрите, просто всех гад перестрелял. Мы идем домой. Как семья. Вот гад. Слушай, а я ему немножко даже поверил. Думал, неплохой мужик. Не собирался меня убивать. А он тут еще говнюк. Мотылек? Она его съест? Подожди. Вы там закончили? Yeah, да, секундочку. Спасибо, что пошел со мной. Тут страшно. Я знаю, что тебя заставили. Мы подруги, а подруги присматривают друг за другом. Так и есть. Ну, если хочешь писать, скажи мне, я тоже постерегу. Хорошо. Вот они, сволочи, взяли нас в плен просто. И вот это рыжая... Я и доверился. Все прошло нормально, девочки? Трой, свяжи их. Будет сделано. Мы подъезжаем. Еще где-то полчаса. Проверьте готовность. Может, появится волнение? Если я узнаю, что ты тратишь бензин на эту дурацкую печку в машине... Никак нет. Отмораживаю свою задницу. Невежливо послушивать чужие разговоры. Where's your manners? I know. Я знаю. No, ах, ты ж гад! Не трогай мою подругу! Не пытайся меня, девочка! Не испытывай меня, девочка! Оставь ее в покое! Свяжите их обоих и отведите к остальным. Ну, видно, что рыжая сожалеет. Но она все-таки с ними. Мы им и коробку консерв дали, а они просто застрелили. Хорошего, доброго человека взяли и застрелили. О, я не знаю, что сейчас будет, ребят. Все хорошо, ребята? Что с тобой сделали? Эй, он тебя бил? Эй! Ходячие мертвецы. Боже мой, нифига себе накаленная ситуация. Эпизод 3. Тернистый путь. Все было хорошо. Какого черта им надо? Этот лидер, ему нужна вот эта девушка беременная, потому что, видимо, возможно, ребенок от нее, я так полагаю. А почему тогда она съедет с нами, а не отдельно? Он пришел именно вот за ней. За беременной. И он готов на все, что угодно, лишь бы... ничего не случилось. Но она была в нашей группе, она чувствовала себя в безопасности. Этот гад все испортил. Он убил ее друзей. Да уж. Что ж, нужно что-то делать. Давайте. Есть у кого-нибудь что-нибудь острое? Нужно избавиться от веревок. Эй, Клим, помоги мне найти что-нибудь, чем можно снять веревки. Надо разрезать их.
Грузовик пустой. Во-первых, мы здесь. Да блин, плётная ситуация. Нужно что-то делать. Успокойся, Кенни. У нас все отобрали. Нужно сохранить спокойствие. Он прав. Ты не знаешь Билла. Как мы, Билл? Все время Карвел. А теперь дурацкий Билл? Да? О, я понял, в чем дело. Вас всех везут домой, не так ли? Вот в чем дело. Ну-ка, повтори. Держись подальше, мальчишка. Мистер, я не мальчишка. Конечно, нет, ты мужик. Ты не понимаешь, он не такой. Он, как остальные, он хуже. Вы могли бы нас предупредить. Точно, вы ничего не сказали про этого психопата. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Я пытаюсь помочь. Так же, как Элвину. Это нечестно. Ты обвиняешь его за то, что сделал. That regardless of intent, there are consequences to rash actions. Something that he seems to be misreading as capitulation. I don't know what the fuck you're saying, but I know it's bullshit. We have to do something. Нам нужно что-то делать, чтобы сбежать, Кенни. Не спорь с ним. Oh shit. О, черт, джекпот. Точняк. Sit down. Сядь обратно. Нас всех убьют из-за тебя. Вы даже не понимаете, о чем говорите. Нас держат в заперти. В какой-то куныре. Нам конец. Yeah, well, I've been in this situation before. You ever been a prisoner? Kenny's right. We have to do something. Нам нужно что-то предпринять. Нельзя просто так сидеть. How is it the kid is the only one that sees what's going on here? Даже ребенок об этом. Крем, это взрослый разговор. Так, все, я освободился. За дверью еще 10 человек стоят. Тише, малышка, все нормально. Все будет хорошо. At this point, maybe Luke is the only hope we have. If he was gonna do something, he'd have done it by now. Who knows what he's dealing with? Anything can happen out there. Могло всякое случиться. He abandoned us. Он нас всех бросил. I know he ain't here. He may not be around, but he wouldn't just leave us behind. Luke will help us. Люк нам поможет. Oh, yeah? Правда? After that crazy fucks killed us all. Hey, look. Эй, Клим, слушай. Может быть, Люк нам действительно поможет, несмотря на то, что произошло. Okay, let's do this. They have guns. У них оружие, что ты собираешься делать? Я отдаю первого сукерсына, которого увижу. А потом заберу у него оружие. Просто сядь обратно, заткнись, док. Решать не тебе. Слушай, если что-то случится, помоги, хорошо? Знаешь, не стоит подставляться под удар. Сойдет любая помощь. Эй, Клим, взгляни на меня. Ты мне веришь, правда? Кенни, пожалуйста, just listen to them. Yeah, okay. Да, хорошо, я тебе верю, я сделаю, что смогу. Может быть, это плохая идея, я не знаю. Отлично, большой страх, это нормально. Но мы должны что-то делать. Так. Кенни! Кенни, are you okay? Is he okay? Он в порядке? I think so. Кажется, да. Oh, what hit me? Что это было? It's probably for the best. Может, это и к лучшему. Может, действительно, это к лучшему. Вырубился. Goddamn brakes ain't working for shit. Ну что ж, власти. И только у одного руки не связаны. Какого черта? Почему у тебя веревок нету? Сегодня к нам вернулись старые знакомые. Я знаю, некоторые из нас спрашивают, зачем мы вернули сюда этих людей после того, как они нас предали, видимо, да? Бросили. Кажется, у меня есть идея. Можете простить их не сразу, но время залечит эти раны. Так что будьте терпеливы. Помогут нам лучше оборонять нашу базу. Все ваши чувства, злость, предательство, ненависть, все это неподдельно. Все они неподдельны. Никто не обязан прощать их, но все же нам нужно попытаться. Посмотри, сколько у них еды. Это намек? Многие уже знают, что с север нас надвигается огромная стая скрытных криптов. Мы все устали. Просто иди со мной. Нифига себе, у них группа большая. Они мне нужны. Я не могу, он...
Он за мной. А, это вот это я знаю ее. Это она привела в лагерь нас, значит, она тоже плохая. Я думал, она хорошая. Он скоро вернется. Не знаю, но он вернется. Thanks, Clem. Это черная пухла, она собирала команду. Make sure y'all stay off the fence. Bill can see if you're messing with it. Теперь надо просто выжить и сделать эту общину маяком надежды. Thanks, Barney. Спасибо, Бонни. Yep. И привести свет, яркий свет, а такой яркий, что сможет осветить всю темноту. Этим мы займемся. Советую отдохнуть, потому что завтра вас ждет много работы и будет не продохнуть. Это для тебя. Я уж поняла, дурацкий Билл выставил меня на холод. Но зато в удобстве. У него руки нету. Прости, прости меня за то, что они с тобой сделали. Что они с тобой сделали? С тем могут быть хуже. Мне повезло, что меня оставили в живых. Все из-за меня? Не думай, я бы не сказал, будь это не так. Я решил, что руки уже после того, как вы сбежали. Реджи нам помог. Что случилось с его рукой? Не знаю. Мы сбежали все вместе. Но потом он упал, и все остальные продолжили бежать. Тогда у него было две руки. Меня послали работать за оградой, там меня набросился скрытый. К счастью, мне быстро ампутировали руку, это спасло мне жизнь. Это ужасно, мне так жаль. Слушай, я сам решил помочь вам, ребят. Эй, Реджи. О, привет, Трой. Не облажайся на этот раз, Билл уже почти решил вернуть тебя назад в группу. Все было тихо и спокойно. Я предал Биллу, как... Если будет что-то не так. Да, можешь на меня положиться, спасибо, Трой. Так, ну понятно. Ах да, позволь мне вас познакомить, мы были с ним. Это Сарита, здравствуй. Это Кенни, здравствуй. А как тебя зовут? Клементина. Рад знакомству, Клементина. А где Карлос? Был уже отправил его в лазарет. Ну ладно, а Пит? Пита убили. Can you guys save it for the Может, morning? Чё? Some of us gotta be up early. Who's that? Кто это? I don't know. Не знаю. I don't recognize the voice. No Я problem. Не знаю, Егор. Нет, нет проблем. Прости. Это еще кто такой? Okay, that's Mike. He's Итак, kind of Майк, он ведет tired, себя как мудак, but, like когда said, хочет спать. Saved my life, so Но я уже говорил... I put up with that shit. Я терплю его. Это он работал за оградой. Мне так жаль. Хватит, нет, я сам решил вам помочь. Кроме того, Билл сказал, что позволит мне вернуться. Группа, когда поймают всех нас. Я рад вас видеть. Это было... А кто она? Кто она? Ты про кого? Про эту девушку. А, ну да, в общем, она какая-то странная, ее нашли у лагеря, вся была в крови и в кишках. Перестань пялиться на меня. Я знаю, что вы думаете, но здесь не так уж и плохо. Нет, я серьезно, где вы найдете столько еды? У нас полно консервов. Мы также выращиваем овощи. С каждым днем здесь становится безопаснее и безопаснее. Благодаря труду рабочим, но это временно. А что здесь рабочие? Есть солнечные батареи. Я просто говорю, что тут не так уж и плохо. Мы создали настоящую общину, благодаря Биллу. Карвер убил моего друга. Okay, Ладно, я не знаю, что там произошло, но может у него были причины на это? Еще он убил Элвина. Listen,
Послушайте, очень скоро меня примут в группу. А когда это случится, я прослежу, чтобы вам здесь было комфортно. Комфортно? Что ты говоришь? Я просто не хочу, чтобы все вы испортили. Я много работал, чтобы меня приняли в группу. Можете постараться не создавать проблем. Мы не создадим проблем. Они хотят, чтобы я держал вас всех в узде. Но если Карвилл и правда такой хороший парень, то тебе не о чем волноваться. Давайте обсудим все утром. Просто поспите, а утром мы поговорим. Не могу поверить, не могу это слушать. Послушайте, у Билла были все причины убить меня после того, как я вам помог. Я не знаю, что произошло, пока вас не было, но он дал мне второй шанс. Я уверен, что он даст его и вам. Реджи, мне нужен второй шанс? После того, что он сделал с Элвином, я желаю ему смерти. Ой, ребенок. Мне нужно присесть. Ага, пойдем, Сара, может посмотреть? Скамейка. Все пошло не по плану, хотя у меня и не было плана. Да, он просто напуган. Мы все напуганы, но тем не менее мы в отличном... Надо осмотреться, в общем. Нам нужно знать, можно ли как-то отсюда выбраться. Реджи будет проблемой за нас. Все будет в порядке, если не будем шуметь. Этот гребаный... Трой ушел, нам пора действовать. Не беспокойся, а Реджер, я отвлеку его. Слушай, знаете, я что думаю, раз у них такая большая община, значит, есть большая вероятность, что, как бы сказать, кто-то превратится в зомби и просто всех перекусает и будет паника. Так оно все и начиналось, как зомби-вирус распространялся. Из-за большого скопления народу в городах, просто в городах вообще все умерли, потому что там много людей было. И каждый друг друга кусает, поэтому все бежали из городов. И также и здесь, чем больше община, я считаю, тем больше процента шанс вероятности, что все погибнут, именно превратятся в зомби. Я так думаю. Давайте осмотримся тут немножко. Так, а тут кто спит? Че, разбудим его? Немножко на Ли похоже. Привет. Проваливай. Ты можешь поговорить со мной? Нет, уйди. Ладно. Может, понастойчивы будем? Уйди. Фиг с тобой. А что такое? Может, тут спрятаться можно будет? А это кто? Что-то побаивается ее. Мне кажется, у нее довольно-таки хороший, она нифига не глупа, она не странная, у нее был хороший план измазаться в кишках зомбарей, чтобы можно было как-то пройти. Я считаю, что это нормально. Очень даже хороший план был. Наверное, здесь удобнее, чем на земле. Что он сказал? Привет, Клем. Ник. Я думаю о Люке, просто он не мог нас оставить. Я в это не верю. А что ты думаешь? Думаю, ты прав, он бы никогда вас не оставил. Ты хотел сказать? Да, нас. Сказал вас. Я, пожалуйста, попытаюсь поспать. Ты тоже попробуй. Завтра нас... Уже тяжелый день, окей. Сладких снов. Надо осмотреться. Выглядит хрупко. Так, что у нас тут есть еще? Давайте со всеми поговорим. Я стараюсь вести себя хорошо. Что? Реджи попросил, чтобы я хорошо себя вела. Я не хочу, чтобы у него были неприятности. Поговорим утром.
Последние пару недель я плохо к нему относилась. Все стало так сложно, я просто старалась прожить еще один день. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз говорила Элвину, что люблю его. И уверена, в глубине души он знает, что ты его любишь. Надеюсь, что так. Ладно, иди, отдохни. С вами все будет в порядке. Спасибо, что провела время со мной. Ну-ка, к костру давай подойдем. Не знаю, мне что-то тут тоже как-то дискомфортно. У них все-таки большая община, но вот этот лидер, он полный говнюк. Просто говнюк. У меня нет других слов. Выглядит дерьмово. Я, кажется, уже знаю, где выход, может быть. Я смогу пролезть, думаю. Ну? Нашла выход отсюда? Не совсем. Мне совсем плохо со зрением. Надо было побольше поискать. Папа! Итак, живо спать. Я пристрелю вас всех, если увижу, что кто-то шатается здесь. Живо спать. Блин, там же был выход. Надо было кинуть. Так, похоже, не все уходят отсюда. Нам придется придумать план побега. Конечно, я готова. Хорошо, отлично. Уверенность — это хорошо, хорошо. Что ты относишься к этому с ответственностью. Поспи немного. Нам нужно. Блин, а надо было побольше пошариться, а потом к Кенни подойти. Я что-то, блин, ступил, сглупил. Зато выспались хорошо. Да, блин, ногой. Вот ты козел, блин. Не пинай меня. Это грубо. Подъем, Билл хочет с вами поговорить. В доле града увеличилась активность ходячих, так что будьте внимательны. Там за стенами. Этим утром стадо подобралось к нам чуть ближе, но это не значит, что мы попадем под удар. Имейте в виду, что мы следим за ситуацией. А теперь... Некоторые люди могут злиться на нас за то, что произошло, что так все случилось. Но это все уже в прошлом. Некоторые из вас новички в нашем сообществе, а некоторые его старые члены, которые сбились с пути. Но знаете, что здесь вы найдете искупление, прощение, доказав свою значимость. Несовершенно требует... Вам нужно приложить усилия. Реджи, ты почти вернулся к нам. Продолжай в том же духе, и мы примем тебя в распростертыми объятиями. Как спалось? Let Reggie be an example to you all. I'm so tired. Salvation is available, but it must be earned. Pay attention. Не отвлекайся. We'll talk later. Okay. Потом поговорим, ладно? Yeah. Ладно, хорошо. Michael will continue on showing his face. Было здорово, наконец-то. Carlos. Carlos. Yes. Да. Похоже, твоему ребенку нужно воспитание. I'm sorry. Извини, я Сара. Извини. Извините перед мистером Карвером. Извините, сэр. Нет, это не исправит. Нельзя мириться с таким поведением в первый же день вашего возвращения. Ты накажешь ее сейчас же, Карлос. Хорошая пощечина все исправит. Теперь надо подумать дважды, прежде чем открывать рот. Давай, ждем. Блин, вот это жесткий, моя... Я не уверен, что я смогу справиться. Вот зачем нужны две руки, Карлос. Давай же, никаких сантиментов. Хорошая сильная пощечина, а? Иначе Трой сделает из себя, не думает, что это будет... Что это ты его хочешь, будет еще хуже. Если означает, что... Так, чё? Go on, Carlos. It's my fault. Это моя вина. No one's fucking talking. И с тобой вообще никто не разговаривает.
Вам лучше становиться... Извини, папа, прости меня. Закрой глаза, милая. Больно будет всего лишь секунду. Блин. Жестко. Если он слабо ударит, то он не простит. Еще хуже будет. Ну да, сильно, нормально. Прекрати, хватит. Иначе эта девочке путь. Иначе ничего не получится. Карл, к месту работу. Всех остальных сейчас распределят. Пора за работу. Охренеть, док. Ну ты и дал ей просраться. Все за работу. Ну чересчур даже сильно. Переборщил даже. Че так? Будешь работать в оружейной. Вот эта тварь, когда помнишь... Проснитесь! Твою ж мать! Она могла убить кого-то! Клементина! Помните 400 дней? Это она была засранка. Лучше бы ее оставили. У нее были проблемы, Бека. У нас тоже. Вот эту-то я тоже знаю. Я их знаю всех. Из 400 дней. И вот это нас всех привела в лагерь. Заходи, Бонни ждет. Ну не все в лагерь пришли, по-моему, черный парень не пошел, еще кто-то. Привет, похоже, ты начинаешь день со мной. Мы заряжаем магазины. То есть косвенно виноваты в смертях невинных людей. Ты молодец. Этими патронами они будут в нас же стрелять. Я думаю, мне стоит попросить прощения. Я была с вами не полностью откровенна. Домик, вы привели ко мне такую доброту, которую я никогда не ожидала от группы незнакомцев. Но теперь многие мертвы, и я не могу перестать винить себя в этом. Это была плохая ситуация, которая сложилась много... Кого можно винить? Очень приятно, я знаю, что я натворила. Но я хочу, чтобы ты знала, что я сожалею о своих участии в этом. Я извиняюсь, это, конечно, немного значит, но это все, что я могу предложить сейчас. Какая первая ночь во дворе? Было холодно. Вас не накормили? Билл сказал, что будет кормить. Я не ел со вчерашнего дня. У меня ничего нет, прости. Я собирался уйти, когда Люк, Карлос и все остальные ушли. Я тоже собиралась. Почему нет? В смысле, почему не ушла? Если быть честным, наверное, я струсила. Я отправил это, сказав себе, что легче изменить то, что уже есть. Взять тебе ситуацию со стадом скрытней. Их скрытней называют. Ты проходил здесь раньше? Да, случалось пару раз, мы всегда справлялись с ними. Это, я думаю, наш шанс. Я думаю, это что-то насчет... Знаешь, это нелегко держать такую большую группу на кормленном, защищенном состоянии. Я не оправдываю то, что он сделал, но... Он убил моих друзей. Только чтобы защитить своих людей, Кенни мог убить нас всех, но не убил. Эллен убил Джорджа, когда тот сбежал. Может, он и не говорил об этом, но Джордж умер. Здесь нет святых. Билл всплыл, обстановка накалялась, и он резко отреагировал. У Люка были планы на то, как все должно быть. Они расходились с ним. В общем, все усугубилось. Может, Люк был прав насчет него. Вот бы он был рядом. Я просто надеюсь, что он в безопасности.
Эй, Бонни, это девчонка там? Мне надо забрать ее. Да, она здесь. Okay, I'll be right over. Ладно, сейчас я приду. I'm sure it's fine. Я уверен, все нормально. Oh, чуть не забыл, я прихватила это для тебя. Куртка? Huh? А? Как тебе? Я нашла ее в домике, где вы были. Она классная, мне нравится. Я рада. Я потому что она милая, не знала как. Берегись, думаю, некоторые могут позавидовать тебе. А вот вы где. Что такое? Неважно, увидимся, Клементина. Пойдем. Следуй за мной. Еды у них много, они могут нас прокормить, но быть рабом всей этой системы, что-то не очень как-то охота. Подожди здесь, я отнесу рацию вниз, узнаю, что тебе предложить. Кто-то плачет. Диалоги быстрые, говорю, ребят, сложно читать все. Так что я советую всем почитать, я сам перечитываю. Эй. You want a hug? Обняться хочешь? Okay. Ладно, well, хорошо. Я тогда оставлю. For later, then. Это на потом. Ты можешь? Coming, though, but I could just sneak up on you when you're not expecting it. My dad's never. Раньше мой папа никогда не бил меня. Even when I was really bad. He never hit me. He didn't want to do it, Sarah. Он этого не хотел, Сара. Карл заставил его. He's the bad guy. Not your dad. Злодей. So, это он. Way, все запутано, но получается, что тебя ударил Карвер. Возможно. Что ж, Карвер ударил меня очень сильно в лицо. Было очень больно. Похоже на то. Спасибо за попытку помочь. Я не знаю, почему люди такие жестокие. Даже когда по-настоящему зла. Я не хочу никому причинять зла, боль. Don't mess this up. Не облажайся. Yeah, I get it. Да, я понял. Reggie's in charge here, okay? Listen to him. Reggie тут главный, ясно? Yep. No problem, Tavia. Хорошо, без проблем. Okay, we gotta do a good job. Итак, у нас с вами важная работа, ребята. Весь лагерь нас нуждается. Давайте я покажу вам, что нужно делать. Это очень легко. Pick up a pair of those shears. Возьми ножницы. Ножницы? Это ножницы? Okay, so we're picking these berries, итак, мы будем right? собирать эти ягоды, ясно? Открываем и кладем в корзину. Все просто. Пока что рано что-то предпринимать. Во время этого занятия, если увидите мертвые... Чего? Я прослушал. Говори медленнее. Hey, so... Слушай, она... С ней okay? Все будет хорошо? Что случилось там внизу, это просто жесть. Я не хочу, чтобы она взбесилась. Я думаю, она в порядке. Хорошо, хорошо. Ведь из меня ужасный психолог. Слушай, с тех пор, как я помог ребятам сбежать, Билл сконцентрировался на работе? Это было неловко, я больше не буду так делать. А теперь я займусь работой. По голове постучал. Как собачку какую-то, знаете, хорошая собачка. Это мертвые сухие листья надо обрубать. И это помочь, а работа отвлекает. Эй. Here, watch me. Вот, смотри. Сухие листочки откусывать. This isn't that hard, Sarah. И не так уж сложно, Сара. Знаю, просто я боюсь ошибиться. Даже если ты сделаешь ошибку, ну еще с тобой, не бойся. Oh, shit. О, черт. Oh, no. О, нет. Идет проверять. You didn't do any of your work, Clem. Ты делал свою работу, Клим? Just checking in.
Пошла я проверю, хочу посмотреть, как работают новые девочки. Еще ничего не готово. Реджи? Да, Белл. Эй. Привет, Билл. Какого черта происходит? Слушай, Билл, они новенькие. Мне со своей рукой нелегко. Просто мне одна рука. Заткнись нафиг. Тебе лучше все объяснить. И прямо сейчас. Билл, пожалуйста, просто. Это моя вина. Наверное, я плохо объяснила Саре. Нет, это не твоя вина. Мы уже говорили об этом, Реджи, разве нет? Ты что, не уяснил, да? Уяснил что, я... Почему бы девчонкам не подождать снаружи? Нам с Реджи нужно поговорить. Я говорю, что моя вина, он не верит мне. И что мне делать? Спасибо за помощь, девочки. Что-то не так, Сара? Надеюсь, она не спрыгнет, блин. Говорят? Боже мой. Нет, пожалуйста, Билл, нет. Какого черта? Он просто столкнул его вниз. Слабость. Непрофессионализм. Это все ставит нас под угрозу. Мы не можем этого допустить. Подумай об этом. Это прежде чем что-нибудь делать. Спускайся вниз. У Бонни есть еще задание. Иди. Просто в первый же день взял его и убил. Из-за того, что листочки не подрезали. Вы представляете себе, он его убил. Мы только начали работать. Oh, hey. So, привет, Адак, тебе нужно отнести кое-какие запасы ребятам, ремонтирующим это место. Просто отнеси им ведро. Куртка отлично тебе сидит. Не знаю, что выдумал там. В чем дело? Реджи погиб. Что? О чем ты? Его убил Карвер. Он столкнул его. Может, был несчастный случай? Слушай внимательно, отнеси ведро ребятам, а там затем возвращайся. И береги себя, ладно? Сейчас не время привлекать к себе внимание. Мне нужно понять, что произошло. Да потому что он козел, он урод. Он не должен быть лидером. Это уж точно. Эй, Трой, Клем, отнеси ребятам гвозди. Хорошо. Иди. Он превратится в зомби. Эй! Это не твое дело. Живо отнеси ведро ребятам. Просто иди вдоль. Вдоль кабеля? Тут могут, я думаю, они пролезть. Забор может сломаться. Держится он на добром слове. Если зомбарей не прогонять, не убивать, то они могут снести забор этот. Я не знаю, какого черта? Убери от меня свои руки, не заставляй меня делать эту херню. Я сказал, что ты мне сделаешь? Реджи мертв, Карвел убил его. Что? Ты уверена? Какого черта? О, боже мой. Прорвались. Надо отбиться. Да блин. Да сдохни ты уже. Я смогу пролезть, да? Пролазь. Давай, ползи. Да гребаная херня. Ну давай же. Давай, ты сможешь. А, тут остро... Твою ж мать! Давай, ты справишься! Отлично! Фу! О, еще трое! Молоток!
Он тяжелый. Отходим, отходим, отходим. А, гребаный кабель. Да сдохни ты, давай! Давай, 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 давай! Сдох! Там второй! Поднимайся, уходим отсюда, быстрее! Достал меня, спаси твою жопу! Все живы? Слава богу, ты в порядке. Ладно, хватит соплей. Вали обратно. У нас дерьмовая работа. Ну же, давай. Не будем торчать здесь вечность. Тебе придется сидеть и нянькаться с вами, дебилами. Работа без надзирателя, просто не можете сделать. Я думаю, надо всем рассказывать, что он козел, вот этот лидер. И все больше и больше людей будут сплочаться против него, я думаю. Какого черта? Да какого черта? Блин, не надо было. Эй, эй, стой, 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 это я. Люк. Да, черт. Больно кусаешься. До крови прям. Я волновалась. Все мы. Я тоже рад тебя видеть, малышка. Хорошо, слушай, у нас немного времени. Я шел за вами так быстро, как мог. Надеюсь, мне с кем-то удалось поговорить. Они повсюду, у них есть караульные. Они осматривают все. Тихо. О, главное его не сдать. И они-то не знают, что он здесь. На юг от нас стадо скрытней. Я никогда еще столько не видел. Карвел говорил об этом. Он надеется, что они пройдут мимо. Он может их пригнать сюда. Я думаю, он может пригнать сюда. Да, я слышал, как парни про это говорили. Но это не случится, ясно? Они придут сюда. Я знаю. Я знаю, когда они придут. Очень скоро. Как думаешь, когда придут? Не знаю. Трудно сказать, когда они придут. Это рискованно. Но вся эта ситуация рискованна. Ну что ж, мы сейчас в ней. Такие дела. Нам просто нужен план, ну понимаешь. Спасти тебя и всех остальных. На опасность здесь, Люк. Извини, черт, ладно. Слушай, Клим, нам нужно встретиться здесь завтра в то же время. Мне нужно, чтобы ты что-то принесла. Рацию, поняла? Думаешь, у тебя получится всего лишь одну рацию? Я могу вычислить расписание патрулей. Так я смогу узнать, как они работают. Хорошо, я достану ее. Спасибо, Клим, я рад, что смогу рассчитывать на тебя. Запомни, встретимся здесь завтра. Я постараюсь быть здесь в то же время. Я беспокоюсь за них. Клементина, выходи, чтобы я тебя видел. Давай, иди. О, жестко! Слушай, но он пришел? Он не бросил нас. Что там забыло? Я прятался от ходячих. Не ходи туда, поняла? Тебе нужно... Тебе нельзя туда. Билл передал по рации, что хочет поговорить с тобой в своем кабинете. Гребаный Билл. Мы в супермаркете, да-да-да, точняк, выплачу много продуктов, мы в супермаркете. Но уже большую часть съели продуктов. Ребекка? Ребекка? Она сильная женщина, окруженная слабыми мужчинами. Я не позволю расти моего ребенка в таком обстановке. Заходи. Ну это его ребенок, да.
Следи за тем, чтобы говорить мне только правду, и тогда ты не окажешься в такой, на таком стуле. Мне нравится Реджи. Он был славным малым. Поддерживал радость везде и всюду. Нужно иметь таких ребят. Но он был слаб, и я не имею в виду, что он был калекой, не в том дело. Он был слаб духом, слаб как личность. А мы не можем держать таких здесь. Я понимаю. Я знал, что ты умная девочка. Видишь, Реджи поставил нас под угрозу своей некомпетентностью. Убил одного, чтобы спасти остальных. Это и есть часть выживания. Это трудное решение, которое слабый человек не может принять. Вот почему это выпадает на таких, как мы. Мы должны вести людей к спасению. Ты понимаешь? Что ж, я хотел, чтобы было по-другому, поверь, но они слабые. That's why it's our responsibility to shepherd the flock, to keep them safe. It's their nature. Будем соглашаться просто. Будем соглашаться с ним. I know. Я знаю. Я должна сделать все ради них. Это изматывает. Of course it is. Конечно, именно такая роль тебе отведена. And we're more alike than you think. Мы похожи. Иначе бы ты не смогла продержаться так долго. Я создал это тогда, в этом доме. Ты была напугана, но продолжала смотреть мне в глаза. Сохраняла самообладание. Вот что нам нужно, если мы хотим выжить. Следующее поколение должно быть сильным предыдущего, дабы вести из этого кошмара. Дети вроде тебя воспитаны и правильно. Мой ребенок будет воспитан так же. If I got anyone to hand all this off to. Мы обманем его. But I ain't worried about that anymore. I'll help you. Я помогу тебе во всем, я знаю. I know I'm just a kid, but I'll do my best. Сделал все, что возможное. Well, that's all I can ask. Это все, что я хотел спросить. All right, now. Итак, теперь, Билл, ты там? Yeah, I'm да, here. Я здесь. The loading bay door is jacked. Так, дверь грузовой площадки открыта. How bad is it? Rails are tweaked. Насколько все плохо? Перемычки настроены. Ну, в общем, проверь на всякий случай. Вот же дебил. Возвращайся во двор, скоро вернем время ужина. Они их скрытнями называют какими-то, да? Скрытнее. Блин, ходячие бы называли привычно как-то. Ходячие зомби. Их никто зомби не называет. Заметьте, никто зомби их не называет. Потому что не было такого слова зомби. Ходячие, гнилые, трупы. Все, что мы знаем, что он сделал этим уродом, я... How is that better? Because this place will be fucking chaos when that thing hits. No one will be paying any attention to us. And that's when we go. В общем, мы сбежим в этой суматохе. We just gotta figure out a way to draw them to us. Надо способ найти их привлечь. By lurkers before Bill can do it. What is it with you? That's what it sounds like to me. You know that's not what he's saying, but it does sound dangerous. This shit is all dangerous. Kenny, do not speak to me like that. Sound draws walkers. There was this девушка Молли, она... звонила в колокол, контролировать их передвижение. Да, точно, она заставляла их бегать по всему Кроуфорду. Нам просто нужно что-то громкое. Что ж, может, у тебя в кармане припрятан мегафон? Вы знаете про Люка? Он нам показался, когда... рассказал про план, сказал, что говорил с тобой. Мы узнаем, когда лучше сбежать. Звучит безумно. Кто узнает, когда это будет? Слушай, Клим, нам просто нужно что-то громкое, чтобы привлечь внимание. Громкоговоритель. Карл, достаточно громкий. Есть какие-то... Он прав, я тоже их видел. Серьезно? Управление находится в офисе Билла, там переключатель, который может выключить. Откуда ты знаешь? Я раньше много объявлений делала. Это было очень громко. Отлично, нам просто нужно попасть в его офис. Почему ты об этом раньше не сказала? Потому что это ничего не меняет. Мы сейчас говорим
Не о том, как это сделать, а о том, как это глупо, может быть. Глупо ли это? И это глупо. Разумно достать Люку рацию и ждать момента. Лучше рацию Люку. Мы должны достать Люку рацию. Это лишняя информация, согласна. Ладно, ладно, ладно. Может, это и правильно. Откуда он дали? Ладно, достанем этому придурку рацию, а он будет нас держать в курсе насчет стада. Потом привлечем ходячих. Что потом? Найдем пушки и проберемся, не знаю. Будем импровизировать. Тогда это не план, нельзя планировать импровизацию. Не поняла, в чем твоя проблема. Ну чего не продумаем, если... В общем, может ничего не получится. Вообще-то, я знаю, что сделать. И тут вступила она. Первые слова, которые я о тебе слышу, это уже какая-то... Что ты имеешь в виду? Когда покрываешь себя их запахом, обмазываешься их кишками, они не отличают тебя от своих. Теперь я знаю, что это не безумие. Поверь, я ходила через стадо ходячих и раньше. Это работает. Я тоже делала. Я тоже это делала. Что? Мы так выбрались из гостиницы. Лина мазала меня, и мы прошли через них. Серьезно? Черт возьми, неплохо ли? Хорошо, чего же мы ждем? Достанем странную рацию. Нам всем нужен способ попасть на склад. У меня есть план. И для этого подойдет девочка. Нужна твоя помощь. Слушай, неплохо. Откуда она вообще взялась? Она мне нравится. Просто используй лебедку, она поднимает туда много всяких вещей. Отлично. Эта штука постоянно ломается. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. Похоже, сейчас или никогда. That's my girl. Моя девочка. Нам нужно спустить веревку, Майк. Подсадишь ее? Пойдем, малышка. Я могу упасть, потому что она ломалась часто очень. Не опускай меня. Я боюсь, что ее упаду. Так. Ой-ой-ой-ой, страшно, ребят, она может не выдержать меня. Try to hurry, alright? I don't think they're the sharpest guards in the world, but they're no idiots either. Надо зацепиться за что-то. We're all done. Shit, he's coming back. Черт. I gotta let you go. Я должен пустить тебя. Нельзя стоять. Grab something. Хватайся. Так, окей. О, нифига себе, там ходячих, как дофига. У нас проблема. Сейчас или никогда, я даже не знаю, ребята, боже мой. Их там очень много. Охранник. Кажется, это очевидно. Тут закрыто. Куда идти? Да уж. Тоже закрыто. We learned a lot since last time. Куда я пойду? We'll find out if they turn this way. Yeah. Yeah. Сейчас закончится диалог. О, я встрял. Вон он в своем офисе. Надо в другую сторону уходить. Ну-ка, там что?
Там он разбился. Ладно, уходим. Я думаю, нам туда надо. Может, отсюда сможем добраться? Стеклянный люк. Ой, не хочу попадаться. А, да, открывается. Вот мы уже здесь. Смотри, как много раций, А ей влетит за это. Ничего себе. Думаешь, Билл? Продолжай. Говори, Хэнк. Ты уж Билл не собирается принять его обратно? Так думаешь? А ты? Не знаю. So really, no bullshit. You think we're ready? I think so. The homestead, at least. I'm not sure about the expansion. They're out there just moaning. That's what they do. It's driving me crazy. It's really unnerving. I know what you mean. You figure we'd be used to it by now. I wouldn't figure that. You never got used to a light buzzing or anything? A little different when it's dead human beings walking around. Заметила, нет меня. С тобой согласна. Билл wants me to start getting this bay door fixed. Он хочет, чтобы я починил эту дверь. Yep. What happened to it again? Troy backed into it when we brought the prisoners, the new people in. See, it's hard not to call them prisoners. Anyway, I'm looking at it now. I don't think we have what we need. Jesus, really? We repurposed a lot of shit to get this place built. I can't say for sure if we even had the materials before we started expanding. Она смотрит сюда. I don't know, Hank. Bill's got a plan. Не знаю, Хэнк. Look, let's say we call it for now. We'll talk later. Она может заметить меня. Надо, чтобы он вернулся, блин. Out. Я не понимаю. Так. А две зачем две? А, надо две именно было. Чтобы можно было переговариваться. You can't be smoking back here. Vince, come on. Тебе курить, Винс, да ладно тебе. If Bill smells a whiff of smoke back here, я тоже его знаю. You know what? I'm just gonna tell him. I'm not letting someone else get blamed for this. That's bullshit. Он может быть плохой, хотя мы за него играли. Винс, да ладно тебе, Винс. Молодец, девочка. Крутая Клементина. Достала? Okay, ладно, прыгай. Лучше лечь в кровать. Well? Ну? Got him. Достала. Everybody stay where you are. No need drawing suspicion. Не надо привлекать внимание пока что. That was so cool. Это было круто. Thank you, Clem. Спасибо, Клим. I told you, you probably wouldn't die. Я же сказала. Nice job. Что, скорее всего, разобьешься? А, не разобьешься. I was pretty scared. Было довольно страшно. Nothing wrong with being scared. Ничего плохого в том, что ты испугалась. Важно, что ты справилась. Anyway, в общем, отдохни. I thought about Duck today. Сегодня я думал о Даке. Dumb little face. Его глупой маленькой мордашке. First things that come to mind. В первую очередь я всегда вспоминаю те глупости, которые он делал. Малыш постоянно носился кругом, где бы мы ни были, никак не мог остановить его. Из-за этого трудно вспомнить, что он был хорошим мальчиком. Завтра нас ждет долгий день. Один долгий день. Так, ну что, сейчас будет самое сложное. Итак,
Что будем делать? Кто должен передать рацию Люку? В чем проблема? Нам нужно решить, кто это сделает, прежде чем... Пора вставать. Уже утро, надеюсь, вы выспались. Ага, где мой отец? Он там, куда сейчас пойдете вы все, на работу. Ребекка, Ник, Сара, Джек. Если хотите поссать, то идите сейчас. А что делать нам? Как я уже сказал, за вами придет Трой. Но быть рабом все это время, это очень плохо. Я не хочу так жить. Надо сваливать. Ладно, если мы собираемся бежать отсюда, пора действовать. Нам придется что-то делать. Других вариантов просто нету. Я справлюсь. Где место встречи? Майк. Да. Это должна делать Клементина. Ты издеваешься? Без обид. Это безумие. Она ведь ребенок. Зачем? На это есть много причин. Она знает Люка. Она умеет прятаться. Без обид, но для меня ты просто хрен с горы. Кенни прав, я должна это сделать. Не делай глупости, чтобы заполучить... Итак, цыплятки, пора работать. And don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day, you hear? Блин, уяснили? I'm afraid I need an answer, girl. Живо отвечай. Yes, sir. Да, сэр. Come on. Oh, you have your pockets all out. Вывернуты. Gonna get your tags all snagged on something. Let's go. Идем. Блин, торчит, антенка торчит. Мне вот так ходить все время? Надо было за пазуху сунуть, наверное. Hey, she's with me. Она со мной? Черт, чуть не забыл. Yeah. Ага. Well, take her then. I don't care. Я забираю ее, мне плевать. Wait, what's going on? Погоди, погоди, что происходит? Just chores. Забей. Of a different sort. Мне как бы твои хлопоты. Come on, City Mouse. Пошли, мышка. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us. Ей будет лучше с нами. She knows. Okay. Я не против. It's okay. Все нормально. Come on. Пошли. Я смогу с ней договориться уйти, я думаю. Мы уже с ней поговорили. Она мне обязана. I just wanted to make sure. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. I didn't believe you. Я все проверила тебе, когда рассказала о Рейджи, и тут же к Биллу. Думал, что если он и сделал это, то у него есть какое-то оправдание, но... Но Билл говорил об этом как-то обыденным, будто я выдернул сорняк или что-то вроде того. Будто так и должно было быть. Эта кровь стынет в жилах и мурашки по коже. Потому что он внезапно осознаешь этого человека. You look anxious, Clementine. Ты выглядишь довольно взволнована, довольно, Клементина. Ну конечно, взволнована. Сейчас все или ничего, сейчас самая развязка. You know me, right? Ты же знаешь. I was dishonest when I first met you, but I swear on everything holy that'll never happen again. Bonnie, Luke's Bonnie. Waiting for me to give this to him. Это очень важно. Клементина, все, что мне нужно, это чтобы ты не беспокоилась о том, где я в течение 15 минут. Если тебе поймают, мне нужны твои проблемы, ясно? Ну что ты ждешь? Она отпустила меня, я так и знал, что ей можно довериться все-таки. Мы ей давали консервы. Если, возможно, мы не дали ей консервы, она бы не отпустила бы меня. А так она чувствует вину свою. Поэтому все сработало. Я думаю, если бы тогда консервы не дали ей, она бы рассказала бы. Вам лучше поторопиться. Я хочу быть нянькой. Но мы все правильно сделали. Люк? Люк,
It's me, Clementine. Это Клементина. It's safe to come out. Можешь выходить. Но если что, придется рацию оставить и уйти. А чья тут кровь? Really old. Похоже, давно. С ним должно быть все в порядке. Люк, да где же он? Я могу выйти, в смысле? Или закрыть дверь? Люк, if you're hiding, come out. Was he sleeping here? Он здесь спал? Люк. Люк. Может быть, его все-таки поймали? Swear to Christ, you're gonna regret this. Ты об этом пожалеешь. You ain't supposed to be out here. Ты не должна быть здесь. Где Люк-то был? One fucking day and already you're fucking up. Какого черта? See what happens. Move. Hey. Не получилось. Get over there. Туда пошли. Что... Итак, вы нам оплачиваете за наше недоверие. Поймал. Что происходит? Не знаю, Клем. Рация. Что вы планировали? Этому пришел конец. Нельзя убежать от своих проблем. Нельзя просто взять и уйти, когда становится трудно, потому что вам не с чем туда идти. Все, что у нас осталось, выбить у себя из башки. Поняли? Что делать? Сейчас кого-то убьют. Люк с нами. Он теперь поможет. Он может помочь себе. Скажите мне, где еще одна рация? Я считаю до трех. Надо сказать, это будет жестко. I found it. It's right here. I got it. Какого черта? Он выхватил просто. It's all right. Все хорошо. Sorry about that. Нет, нет, не убивай его, пожалуйста. Да не убивай его. Три. Fucker. Нет! Да хватит! Господи, остановись! Да ну хватит, блин! Отпусти его! Стой! Клементина, помоги мне! Да ну хватит! Кенни! Дрянь мелкая! Да ну хватит! Билл! Билл! Билл, хватит, Билл, пожалуйста! Билл, у нас прорыв. Твою ж мать, ни хрена себе. Ладно, все за мной, Бонни. Оставайся здесь, следи, чтобы они не ушли. Не создавали нам проблем. Да, хорошо. Сегодня вы все останетесь без ужина. Может, это вам поможет. А, нифига себе. Сделал все возможное, Карлос. Ты должен поднять его на ноги. Уходим сегодня. Она тоже с нами. Она тоже за нас. Ну, потому что он реально псих. Кенни в карцер куда-то отвезли. Если... Что он сказал? Он сказал, что может вытащить нас из загона. Хорошо. Ничего хорошего. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. I was hungry. I got reckless trying to steal some food, and I got caught. Can we even trust Bonnie? We got no reason. Можем доверять Бонни? У нас нет причин ей верить. If she wanted us caught, we'd be caught. But tonight, tonight is risky. Сегодня идти слишком опасно. Это и правда опасно, ребят. Опасность? Ты видишь, что этот сукин сын сделал? Слушай, план работает. Ничего не менять не надо. Все готово.
Этот парень гребаный псих. Что он еще может выкинуть? Да, но сейчас у нас есть парень, избитый в говно. Слушай, нам надо отдохнуть, согласны? Нам нужно переждать, пока не появится возможность. Я не знаю, ребят, Люк прав, может, стоит подождать? Мы не будем ждать. Нам... Подожди, а где Кенни? А что с Кенни? А где Кенни? Док работает над ним. Что такое? В смысле, а что с ним случилось? В смысле, он умер, что ли? This is what I'm talking about. Can I see him? Можно увидеть его? I don't think. Я не думаю, что это хорошая идея. His orbital is. Его глазница разбита. Сомневаюсь, что глаз будет видеть. Его стабилизировать как мог. Он работал. Охренеть. Может, у него повреждение мозга даже. Глазница разбита. Блин. Ладно, слушай. Может, я буду. Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! Нет. По-другому никак. This is bullshit. Какая-то херня. Кто знает, где у нас еще будет сидеть? Кенни. Кенни только здесь из-за вас. So we should risk all of our. Я думаю, не будем бросать Кенни. Нет. Мы не бросим Кенни. That's not fair. Это несправедливо, мы должны держаться вместе. Жить несправедливо, Клем, мы просто стараемся найти лучший выход из плохой ситуации. Никто не хочет бросать Кенни. Хорошо, потому что вам и не придется это делать. Кенни, нифига себе, вот это мужик. Он встал сам, я в порядке, дорогая. Мы уходим сегодня, план не меняется. Нифига себе, Кенни, боже мой. Неплохо, старик. Спасибо за срадец. Ты крутой ублюдок, согласен. Ты в порядке? Да, просто обнимем. Все в порядке. Ладно. Тогда что теперь? Валим отсюда. То есть прямо сейчас, да. Куда двинемся на случай, если станет хреново нам? Придется бежать. Нужно придумать место встречи. Может, есть у парка. Что за хрень? Это гражданская война в пару миль от севера. Идите по дороге. Люк Карл знает, где это. Это уж не так далеко. Если ребята знают, где это место, будет проще найти, если мы разделимся, ладно? Работаем. Then we just need someone to go set off that PA, right? Значит, нам только осталось включить громкоговоритель. Ну, только я могу пролезть. Все на меня смотрят. Другое больше никто не сможет. Wait, hold on. She's the plan? Let's go. Погнали. Ну, Кенни, мужик. Охренеть. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. Точно. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. На складе ждать? Повтори еще раз. Можешь повторить еще раз? Ты должен включить громкоговоритель в офисе Карла, а затем залезть на крышу и вернуться на склад. Там мы тебя встретим. Right. Хорошо. Не забудь включить внешний громкоговоритель. Понятно. На складу, потом на склад пойдем. Все, я понял. Осторожнее. Okay. Может сорваться. Нет, не сорвалось. Погнали. Потом наверх подняться и на склад пойдем. О, ребятки, мне страшно. Ой-ой-ой, страшно-то как. Давай, где этот гребаный громкоговоритель? А тут что такое? Только глазком взгляну. Может, пистолет будет или еще что-то? Пистолет. Только одна пуля. Возьмем. Пригодится.
Okay, now Хорошо, the mic. Теперь микрофон. What? What's wrong? Что-то не так. Провода. No, where are they? Где они? Где диски? Вон, вижу. Come on. Давай же. Please work. Пожалуйста, заработай. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete. Отлично. Full line of products to meet your grilling needs. Сработало? Валим наверх, залазим. Надо закрыть. Давай, толкай. Отлично. Так, это выиграет время. Залазь. Они уже идут сюда. О, нифига себе, как много. Боже мой. Поймали нас. Ну хрен с тобой. Хочешь сбежать с этого нищей группой? Хорошо. But I will put a bullet in you and that baby before I let you leave again with my child. It's not yours. You don't fucking know that. And until we do, you're not going anywhere. Так, больше ошибки не повторится. Я просто представил, что будет, если я не стрельну. Твою ж мать! Бей его! Ухватывай! Говнюк! Назад! На, как тебе теперь? Ну же, Люк. Это совсем не твое дело. Нужно связать его. Да. Нужно найти веревку. Не надо связывать. Может, не надо, а? Может, сразу просто прикончить? Идите же. Может, ну его нафиг. Нам нужно идти. Кенни, пожалуйста. Мне понадобится всего минута. Идите. Тебе нужно это видеть. Эта девочка видела больше, чем ты можешь себе представить. Закрой рот свой. Пасть, Билл. У нас нет времени. Я найду время. Посмотрите на себя. Вы же гребаный. Может, надо было остаться с ним? Все нормально. Ты научишься. Ягнята. Без пастуха вы погибнете. Клементина. Нет. Ты не будешь на это смотреть. Это не твое решение. Ну же, девочка. Она не боится смотреть смерти в глаза. Я просто за Кенни хочу позаботиться. Ну же, идем. Я буду тут. Ты ничего не видишь. Завон слышит это от тебя. Как твой глаз? Просто ориентируйся на мой голос и найдешь меня. Тебе чертовски хрупкий череп. Надо было избавиться от тебя. А теперь погляди на себя, это ужасно. Куда, блядь? Уставил, сука. Оу. Да ну хватит. О, боже мой. Да ну все, да ну Кенни. Да ну хватит, твою ж мать. Да ну все.
этого... Это жестко. Не стоило это делать, может быть. Твою ж мать, надо было уйти. Я просто не хотел Кенни бросать. Да, но это было жестко. Но мы избавились от этого сукина сына. Он тот еще говнюк был. А как теперь выбираться будем? Не-не-не, я в порядке, пойдем. У нас так есть чем волноваться. Блин, мы отсюда не выберемся. Ты издеваешься? Если справились, мы справимся. Я думал, они пойдут с юга. Они пришли, похоже. Мы в эпицентре. Это жесть. Держи, тебе понадобится. Спасибо. Ну начинаем, ребят. Начинаем, погнали. Это будет долгая ночка. А, там стреляют! Лучше быстрее. Мы должны обмазаться. У него же рана! А как он выберется? А, твою ж мать. Как Кенни выберется, если у него рана? Ему нельзя голову мазать. Нам придется это сделать, Сара. Теперь ты давай. Просто будь рядом. Ты уверен? Я уверен. Главное не паниковать, быть спокойным. И лучше вообще не смотреть, вцепиться и просто идти. Скорее. Ходим. Я за Кенни боюсь, у него же рана, это опасно, зараза может попасть. Что происходит? Ты мне скажешь? Эй, даже не думай об этом, ублюдок. Да ну хватит! Трой, мы уже говорили об этом. Что ты говоришь? Что творишь? Я хочу выбраться отсюда, ты сказал, что поможешь мне. Я думал, что ты хотел выйти из пен. Not whatever the fuck this shit is. I did, but now we can leave. Troy, ты можешь пойти с нами. You can come with us. What? Что? Well, where ну что ж, куда мы пойдем? Away from here. Подальше отсюда вместе. Man, you smell really bad. Черт. You gotta get a тебе пахнет. О, прямо в пах. Come on. Пошли. Don't make any noise. Не звука, ясно? Как охренеть? Надо просто идти. Просто идем. Мы дойдем. Так, просто вперед. Мы это уже делали. Мы это делали, Сли. Что стреляют там? Спокойно. Нас могут тоже застрелить. Нам все будет хорошо. Могут в нас выстрелить. Идем. Тихо, дорогая, тихо, все нормально. Блин, нужна твоя помощь. Успокой, я прошу. Скажи что-нибудь. Да блин! Ну не кричи ты! А, это зря! Валим. Твою ж мать, ну все не по плану пошло.
Давай, 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 давай. Но почему какая-то херня случается постоянно? Ее укусили. Что делать? Он укусил ее. Надо руку ампутировать срочно. Это единственный шанс. По руке. Пожалуйста. Блин. Я не знал, что делать. Я просто хотел спасти ей жизнь. Кенни бы вообще с ума бы сейчас сошел. В следующем серии Ходячих мертвецов. Sarah's glasses. Это очки Сары. She's gonna get someone killed. Из-за нее нас всех убьют. Said I had the radio. Я бы сказал по рации. As vicious too. Don't ever think that, darling. No telling what that has been done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty? Как выглядит рана? Видимо, жестко. Я не знал, что делать. Это единственный был способ ее спасти. Только не сейчас, не сейчас, мать вашу. Где гребаный люк? Они все погибнут, Клементина. Не дай им забрать тебя с собой. Охренеть. В общем, такая вот статистика. Блин, как же жалко были, ее укусили, ну... Там просто секундная... Я мог, конечно, ее убить, потом мы могли руку отрубить, но это... Это... Там каждая секунда, ребятки, на пути... На счету. Если резко не среагировать, то это по крови все распространится, и зараза, и она заразится, она в зомби бы превратилась. Поэтому я не знаю, мне казалось, это самое правильное решение в данной ситуации. Ее уже укусили. Я мог зомби, конечно, убить, а потом... Потом могли руку только отрезать. Но могло пройти время, и ничего хорошего бы не вышло с этого. Жесткая игра, жесткая, ребят. Ну, в общем, увидимся на следующей серии. Спасибо, что поддерживаете канал. Вот, всем хорошего настроения и пока.